частицу кидаешь. Нахуй разница. Маус на 10 часов. Мунки. Так, а второй у нас все. Чей первую, да, кислотную. Не знаю, вроде снимаю кож. Танки в центр приведут, не надо стоять. А, милики, никто не стоит в центре, не ждет босса. Все стоят в РДД зоне и ждут. Иначе можете лужу скинуть к миликам. Ну, стоите, его подвели, потом подбежали. Ничего особо не потеряете. На готовность проверяю и поехали. Стабав сейчас дам. Бля, Жень, у тебя все из-под фласки? Там же еще пачка лежала. Могу нет. Дать 10 штук. Дай парочку. Я сам можно. Не возьму. Пьем фласочки, не забываем. Ну кинем, нет? Да я до рыбы шел. Одну себя оставлю. Я в никуда столько. Ну ладно. Кожу же снимает дебаф зеленый. Не знаю, вроде снимаю. Да, вроде. Перепейте фласки, у кого нет. Еще раз проверяю. Ну, Лера, глянь там по фласкам, вот у меня дом здесь не работает. Сейчас. Кто-то не подтвердил, на роге нету, дубней. Мэтнери, в чем проблема? Я подтвердил. Нет, ну стой. А, сейчас выпеку где? Кулак ханту, пожалуйста. А, кулаки дайте ханту. Всё, фулл бафа. Переоделся? Переоделся. Да, это... Пичный. Как мы Катюху тогда брали на ШП. Не напоминай. Милики, стойте в АДД зоне. Вот вы сейчас находитесь в центре, понимаете? Босса пока себя будет тащить, вы считаетесь РДДшником. Он может плюнуть у вас огонь. И тогда центр будет в огне, но нужно будет передвигать босса. Ебаните в стенки. Пердулин, отбеги. 3, 2, 1. Подбегайте, милик. Бля, ну монки чёрт. Это тело Снобольд. Снобольд в мелизоне залили. Активнее сыграйте в Снобольд. У меня уже вторые доты на него обновляются. Под жопу босса Снобольд, а не сбоку. Снова сейчас полетит. Поехали. Также под жопой. Снобольд сейчас полетит. Мелизону вот приведите. Под жопу, под жопу, под жопу. Заливаем Снобольд. Снобольд новый. Подвели под босс. Сыграли Снобольд. Быстрее сыграли. По-моему, на хиле. Так, какую кто тащит? Еще раз говорю, кислотную держит вар, а ДК держит огненную. Огненная это которая бегает, кислотная, которая из-под земли выкупается. Подошли, раньше небольшой, держите друг от друга. Я ждем. Обдотайте, как огненная выйдет. Все равно там есть пару секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Уводи, уводи огненную. От лица огненной отбегайте. Поехали, кислотную геру давайте. Да.
облачко когда скажу, да, жгим. Ну, не скоро. Сранить вроде пришла. Ну да, да, ему сальву хрипал. У него немножко там осталось. Ханс. Ну агри, таунти. Дай хилку облачко. Держите огненную лучше, бэд. Она чуть не обливала Америку сейчас. Все прохиливать. Ждем. Пробегая по всем, вот этот войт. Нет дебафа, ебаного. Репер, блядь. Ну, жди дебаф. Тогда. И беги к нам. Бегайте. Перед лицом не стойте, кислотные. Лужи, смотрите внимательно. Сейчас появится лужа. Сбоку стоит. И не веди просто так. Появилась лужа, появилась. Сейчас появилась, отводи. Прохиливать. Блять, РДД постоянно бегает. Там драконий прожми, гимн хил. Отлично, разобрались, кто с огнем. Все разморозили. Сейчас тоже гимн хил жмак, но разбегайтесь с огнем. Все нормально. Дамажим босса, уклонит огня, остальные держите раньше других. Бля, да не дамажьте вы. Кто-то в миликах стоит и дамажит танка, но вы не понимаете, что нужно отбежать от рейда. Ваш ДПС тут не нужен, блять. Вот меня коты дамажат, ёба народ, подходят по одному. Склон кто-то приближается, убегайте от него. Проще вам отойти, чем человек, людям выбирать позицию. Друли все будут платить, ёба народ. Скажу, друли, анима и аркрайт прожмете хилки, если скажу. Все, под щиты РД отошли. Хилы не стойте упорно в грубо. Чтоб всех сразу не заморозил. Можно босса к альянсовским щитам развернуть, чтобы когда миличников в спину били, откидывало? Нормально. Вообще можно, да. Ты прав. Все. Не вижу на кого. Тотем, Анзай, если что, убирайте тотем. Далеко. Ну, блять, ну Рога, ну ёбан. Ну в чем проблема? Ты еще стоял, ждал, когда он в тебя въебется, не пытался убежать. Да, Вара. Не, Вара. Че? Ну как, блядь, в центре Рога. Ты же был, мейт. Центре. Это не я стою, бью босса. Ну, странно, может тогда просто эти спиды прожал. Я видел просто спринт как будто прожат. Там сапоги были. Ну понятно. Бля, сапоги когда? Не понял. Еще полминуты. Хитровая на тебя бежит. Забежали вниз. Раньше времени не возвращайте, сейчас кот чуть не поймал босс. Ебать, прохиливайте, что спим. Я убил. Хила вообще не влетает. Энима реснешь пердулина. Энима скинь бэр. Может это там в очке, я не вижу. Вот здесь лежит. Отлично, похилить гимноману скидываю. Блять, только нажал. Престес, есть гимн на ману, скиньте.
Бать, народу умирает, пиздец. У нас вообще хила не вылетает, когда он дышит. Я прям смотрю, вообще ноль. Я ж говорю, хилы, стоит свою позицию. Держись друг от друга, я... Давайте не ждать. Танка на тебя летит. Да, вставай. Как вчера развеивали ледяную вот эту хуйню? Ну это Коба развеял. Редрик, Таланта. Есть Эндру, скинь втычка направо, бэ. Это не Пристовский, да, массовое развеивание, что-то другое? Да, нет, это Freedom пало. Бля, я опять сдох. Хила, вообще ноль влетело, я не понимаю, вы серьезно сейчас? Я просто думаю, что метки вам не нужно для хилов ставить, вы сами друг от друга отбежите, Анзай на тебя бежит. Но если нужно было, в следующий раз ставить для хилов метки, чтобы вы понимали, где нужно стоять. Там прям одну хилку вкидываешь, все, люди не умирают. То есть это прям ноль хила влетает. Рольте сферу. Трофей парольте, кому он нужен. Поезд тканный парольте. Рошама парольте пояс. Надо кому-то еще Рошама? Вар тебе нужен? Щит. Вар. Ну, я на офисе еще ролил. Парольте на офспек кому еще надо? Все паролили на офспек. Возвращайтесь, сейчас рыбу поставлю. Рыбу поставил, кушайте. Кто умирал, не умирал, все поешьте. Волк, давай тебя ждем. Талант, в ретрике. Сейчас, где ты, блядь, паладин? Вот оно ты. Вот оно ты. Танкую тебе талант. Сейчас запускаю локал, догонишь. А, косты. Валера, позбиваешь косты, подиспелишь? Ну, хотя тут у нас два... Ну, все равно подиспель. Маги воруете, но поможет вам шаман подиспелить. Я один раз диспелю и хватит, да? Ну, сам. Я смотри. Могу просто озвучивать их. Сам смотри. Ну, с босса не слезай сюда, косты ему бей. Вот, вар, ты мобов собираешь, которые появляются, и подводишь к боссу. А ДК танкует босса. Вот. Телок не надо целенаправленно заливать, просто криво. Выйдут эти големы, нажмем Еру, бьем. Под вторых големов прожмемся на защиту и гимны выдадим. Все поели. Все отлично. Забей на косты. Смотрите, бафы, может у вас что-то кончилось. Каска обновленная. Кстати, локал у нас Алем есть, если что, если вдруг. Если ты хотел с демона выйти. А, у меня зарывание время идет. Заебись. Все, поехали.
Собираю артелла. Прохильте ханта. Владюха бабл, ну или убегай. Я пробегу. Осторожно, может, кого задел. Я крылья жал. Таки. Сегодня дай БР киртянки. Прохильте Акрайта. Огонь на блоке. Вар, ты, тебе нужно прям тёлку прям в босса поставить, чтобы там пассивный клип весь влетал. Я тебя ж запутался. Сон на его прохильте. Сейчас пойдут инферналы, потом всех заливать приоритетом. Поехали в инферналы, давайте Геру. Можете станы им вкидывать в каст. Я Синдру убегаю на тебя, огонь. Бля. Доливайте инферналов. Еще один живой. Все отлично, босса поехали. Okay. Огонь на гриб. Глыбу нажми. А, красава. Че там за вар такой, блядь? Сон на его прохильте. Армс. Там просто кап. Наверное, я думаю. Пружинка. Ну, ДК оторвать не может. Ну, пытается. Даже не рядом. Там около больше агра. Локал на тебе огонь. Так. Ну, с Кингем, да, он же нужен. Если он тебе самому нужен, то без спрашивания скидывай, ничего страшного. На тебя проще точку нажимать. Скоро вторые големы будут, готовимся. Не побегу, ебать. Прохиливайте облачко. От вторых големов кресты я буду говорить давать. Гимны будете давать, как я говорю, чтобы сразу два не жмать. Okay. Инферналов готовимся заливать. Поехали в инферналов. Нажмите свои прожимки, которые у вас есть. Все, что вам защиту, ДК. То есть остальное облачко, нажми гимн на хил. Огонь на облачке, блять. Второй приз нажми, дракон. Облачко закончится, на тебя огонь. Прожмешь гимн на хил. А, друиды скиньте, кому я в тот раз говорил. Энима и Аркрайт. Хилки. Все, нормально, босса поехали. Даже много очень хил. А, там он еще один инфернал живой. Сейчас скину гимн на ману. Дал гимн. Прохильте сегодня. Так, и быстрее. Сон на его огонь. Баблом можно снимать огонь. Шея. Парольте сферу. Что такие маленькие роллы? Трофей парольте. Шея на ретрика пойдет, вот это с хостой. На слабкости. Да, если она никому не нужна, то можешь паролить. А так ее ханты, роки, друли. И эти энхи. Блядь, не вижу, где.
Король тебе топ, ну слово, на слово есть. Надо кого-нибудь. Парольте шею с ловкостью. Ханты, коты, роги, энхи. Все крутые, блядь. Шеи с кельдона заходят. Эршаму, ой, Эршаму парольте нарч. Надо кому-нибудь. Блядь, мы каждый раз одеваем Эршам чисто. Шмотки тупо на Эршам падают, блядь. Слишком много шмоток чисто на Эршам. Не бы щит лучше. Отходите от щитов Альянса, сейчас выпадут чемпионы. Тотем уберите. Пердулин. Ну да, намаж, лишним не будет. Я тоже не шарю за руку. Ну и делаем, наверняка, что. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Которая левая, когда открываешь менюшку, где топоры у тебя. Которая 2.6. Пушка. Левая рука. 2.6, которая пушка, на нее машь. Нейтрализующий яд. Ну 2.7, похуй. Так. ДК. Вар. Рок. Да, ебать. Что так много? Ну, справа танки заходите, хватаете. ДК нужно будет. Ну, ДКшник держишь. ДК. И вара, подержишь вар. А если получится, заберите рогу. Если нет, тогда сыграем вторым приоритетом в рогу. Но приоритет ДКшнику ДК, вару, вар. Вот. Играем в ханта. Потом рога, если он в рейде окажется. Потом чернокнижник. Если роги не будет, а второго чернокнижника. Все скажу по дороге. По контролям. Да, дерево твое. Фламинг сол. Поофиряешь жреца. Хорошо. Слышал меня лог? Отлично. Так. Что у нас тут еще есть? Гриб покидаешь. Чернокнижника овцу. Коба покидаешь, мага овцу. Услышали? Отлично. Валера, по контроль. А, блять, там еще энх, ебаный пиздец, блять. По контроль паладина, жабку и костюм позбивай. Понял. Если сможете, тоже вторым приоритетом цепляйте. Так вот сделаем. Аркрайт, покидай корни и ветерки в энха. Он, скорее всего, будет в рейде. Если в рейде, покидай. Если нет, забей. Хорошо. Сегодня покидай. Также в рогу, пока мы в него не играем. Корни, ветерки, если он в рейд прибежит. Возьми его, запомни. Все вроде. Остальные все цели у нас под контролем. Ну и масферы, присты, скидывайте локи. Давайте друиды на себя баф, на корни и так далее. Шаманы, поставьте тотем замедления и тотем, который заклинание впитывает. Ханты под нас. А, ну ты один под нас, лужулей замедляющий. Никому не бей, тебе никому не придется бить, там все контроли разданы. Главное хиль, держи максимально хорошо людей. И тотемы не забывай обновлять. Так, на АФК проверяю. Ну, ты умирал, ничего страшного. Сегодня ждем. Да, маг на этом, на Визаксе. Я 100к давал. 100к? Как там огромное? У меня видео есть. Это было офа?
Нет, здесь. На x4? Что-то да. Как-то. Никто не догадается, наверное, как. Ну, как-то накрутил в массу, не знаю, мобов-то. Не, Везакс. По идее, ему должен был оторвать сначала ебало, а потом агро, а потом сдох. Короче, там был этот... Моба в контроль брали, и он эту хуйню стакал, блядь, от природы апал дамаг. И все, и там хант там 300к давал. Да, сегодня здесь, давайте еще раз проверим. Вставайте, подходите слева, могу слева залетать. Видите, он не стоит прыгать. Не забывайте про ваши контроли. Если вам некому скидывать контроль, можете любую цель выбрать за контроль. Которую никто не играет. По притяжкам у нас только один ДК, поэтому куда он притянет, там и будем. Поэтому танки смотрите, будет тяжело удержать агро. Да, говори, Макнери. Похуй. Тут вообще похуй. Даю время на отчет и танки пуляйте. Если что, кильтянка нажмешь, бабл, бегаешь, подхилишь танка, вернешься. Ты не давай на пол. 5, 4, 3, 2, 1. Танки начинаете, ДК бегите, нет? И играем туда, куда притянем. И пока ДК отбегаешь, притягиваешь. Тяни ДК, тяни, тяни, тяни ДК. Все, поехали. Еру. Не забудьте шаман там свой поставить, контролируй. Анима, скинь грибу. БР. Никто не бьет массовыми. Мором там 4-4. Я по дисполю. Погреб свою цель за контроль сразу. Облачко в тебя играет. Не забывайте про мелик контроль. Где там еще мелик, блять? Бьем, 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 бьем. Погреб опять умер. Аркрай, дай грибу БР. Притягивай ДК, если откатилась. Блять, пиздец. Есть Синдру, дай кельтянки БР. Добиваем и давайте в ромб. В ромб поехали, добивайте. Есть Синдру, дай кельтянки БР. Сегодня дай БР локалмену. Играем в ромб. Еще раз говорю, кто не слышал. Что, у нас все БР кончились? Еще у кого-то остался. Все БР остались, скиньте в кельтянку, но, по-моему, их нет. Активнее в ромб играем, очень медленно умирает. Лера, ты спелишь, нет? Да. Все, отлично. Бегайте от миликов. Что вы ждете, когда они вам наваляют? Я не понимаю. Если толпа двигается в вашу сторону, РДДшеры, убегайте от этой толпы. Чего вы ждете? Чудо какого-то. Да, массферы не забываем скидывать. Контроли хилам скидывайте. Массферы еще раз пристаем. Да, так плохо, я ебал вообще. Вы так легко умираете, РДД, не понимаю, в чем проблема. На меня сели, я в такие ебенища убежал, что они решили меня лучше не бить. Вилана, Валера, ты контролишь? Уже три не могу, за мной рога бегает. Ты можешь на ходу сбивать косты. Я понимаю, но я диспелю на ходу. Я диспелю сам. Уже сдох. Маг убил. Мы можем шабада перебить. Падайте. Много сильных людей умерло. Это дышник за две точки просто умирает. Маг, ты три раза умер. У тебя есть глыба, у тебя есть щитмана, у тебя есть телепорт. У тебя есть конус холода, я не знаю. Очень я много. Я знаю, что у меня есть. Понимаешь, что я вставал только полиморф успевал кинуть и все, и меня сразу же убивало. Кто-то там офф.
не заходить. Сейчас рыбу поставлю, вызову, посмотрим, что там. Потому что рядом с нами был и сложно было контролить. Видал РДД, что умирали? Вначале умирали от медика. Маг вообще не должен никого убивать, потому что контроль должен стать в ебенищах. Так, шо. Все ты вливаешь. Я же говорю, не бейте массу. То, что ты будешь танки, не изменит. Практически ничего. Здесь людям нужно уметь убегать от мобов. Так, пал. Воин. Разбойник. Я понимаю. Но здесь и так контролятся мелики нормально. Друидами, которых много. Так, ДК. Уга. Бля, ну много. Ну, спекайся, да, здесь 4 мелика. Если 3 еще прокола, было бы лучше. Он больше ДПС засейвит, если никого не убьет миник. Давай тогда ДК на Вара садится. Вархаммер, ты садишься на Рогу. Вар садится на ДКшника. Наш протовар, который был Чепетов. Ну и тогда у нас Аркрайт поконтролит паладина. Поставьте шкаф на оранже. Мне в кого овцу кидать? Сейчас еще пока не говорил, сейчас секунду. Бля, не сойдет. Контролем. Коба, ну, локал ты как обычно. Коба, контроль чернокнижника. Что-то у нас по магам. Бгрип, контроль жреца. В мага, Валера, позбиваешь косты, покидаешь ему жабку. Хорошо. Сыграем в ханта. И что там еще осталось? Шаман. Анзай, покидаешь жабку шамана, подбиваешь косты. Хорошо. Блять, что ты покинул? Ну ебаный ты рот. Ну и все остальные цели распределены. Сейчас зайдет маг дискорд и поехали. Заходите слева, танки, но справа уйти не могут. Нет, рыбу я не ставил держать. Гриппать кого? Ну, основную цель. Его выливаю.
У нас от темных все равно прист удерживает урон. Подальше встань уже. Ну, значит, ускоряйтесь. Чё там? Блядь, чё маг тупит? Там, говорит, пусто. А для кого пишу, я хуй знаю. Тупой, блин. Все, все готовы. Покушайте, рыба же стоит. Скороходка, выпей фласку. Правила читал, которые скидывал. Без фласки не роляешь. Танки слева, да. Да, идите там слева. Зачем ты мне в личку пишешь? Валера, там у всех фласки есть? Да. Скороходка нету, аркрайт закончится через 5 минут. Скороходка, выпей нормальный фласк, он 125 СПД. Не фласк, это эликсир. Фласк это настой. Ну, я там прям писал какие. Тебя ждем одного, пей скорее. Все перепил? Мне пока что нет. Подойди ко мне. Валера, продаем, вот у меня одна осталась. Валера, подойди, кинь крейт. Все, двигаемся направо к дощечкам. Да, у вас там столько станов, что вы сами должны удержать. Хопалось, что прибежит. Не проблема. Сейчас он выпьет. Вы дальше идите, тут два гайпа. И поел рыбу. А, да похуй. Все, он выпил. Отойдите дальше назад, под красный щит. А что, Войд, беги туда, у нас есть один ДКшник. Че, хватит одного гриппа? Ну, че, за неимением лучшего. Тебе нужно своего вытянуть, мама. Все, даю время на отчет и поехали. Че, я цели не расставил, на нихуя. А, череп Валя разобрал, потому что... Да, простите. Все. Так, где маг? Все, даю время, поехали. 5. Ждем, когда ДК притянет. 2, 1. Массовыми не бейте, еще раз будем. Все, поехали. Двигайте. Давайте Герм. Валера, поди спаришь? Ладно, я снова цели сам поди спаришь. Давай. Парься, а то у тебя контроль там еще. Бегайтесь. Снова садятся бегать. Но я не могу духов тебя играю. Масс сферы скиньте. Че там так... вары, блядь? Прям в толпу подбегите, скиньте атмосферы, не ждите. Билку на меня дали, блядь. Сегодня БР. Я Синдру, скинь сегодня БР. Пиздец, блядь. Добивайте скорее. Есть атмосферу, помните, скинь. Добиваем, потом крест не вижу. Вон он, крест притянешь, да как крест. Скороходка в тебя играет. Крест притягивай, поехали. Сбейте кастома. В чем проблема? Не успеваю сразу все сделать. У нас поумирали, да? С Бэром. Ну, бьем так.
Бетом на кресте висит. Вот так. Не успеваю, меня играют еще просто. Понимаю. Пиздец, конечно. Блядь. Видите, ребят, я не умираю нисколько. Я хуй знает, сколько за мной уже бегаю. Умереть это очень сложно. Но вам как-то удается. Видишь, к ебаному ДК аж прибежал. Даже до креста достать не могу. Косты сбиваете основной цели? Чего вы ждете? Он наконец-то меня добили. Падайте, не вижу смысла, умирайте. Я не понимаю, вары вы в диссе? Рога стоит в рейде, убивает 10 человек, блядь. Вы рано начали, ребят. Чего вы начали, блядь? О, ханта мы не утянем по-другому. Нет, мы должны были сперва дать рывок, дать нокдаун, а потом мы уже должны были прийти. Вы просто раньше нас начали. Бдилку один из вас дайте на меня. Там тот кдешится, когда ДК по мне попадает, блядь. Забавный факт, но вот, говорю, топ косты, ладно, я, хрен с ним, ну, второй, хил, блядь, по костам. А второй, который бдилку не на ДК дает, дает на второго вара бдилку. И вы три милика идете ко мне, блядь. А у вас два милика ваших варовских в рейде вырезали 10 человек. Они вообще с вас никогда не слезают. С варов, хватит. Я говорю, вы раньше нас начали. Никто не начал, я грипнул моба. Не, ну у тебя же бесконечная агрилка, правильно, на варе? Потому что у тебя всегда бьют ДК. Они не давали бдилку, блядь. Получилось, что два моба варовских, блядь, хуярили 10 человек в рейде. А вары просто бегали, нихуя сделать не могли. Шитеры. Сейчас распределим, блядь. ДК, можешь остаться с ними, два гриппа просто. Посмотрим, что выпадет. Там хуево гора друидов, я не знаю, как вы вообще сдохли, блядь. Друиды. Ну вот так вот, представь себе, это я еще тотем ставлю, пока ДТ тотемок в земли велями, который сковывает. Они просто вешаются с земля. Да сейчас мы три милика заберем нормально, нахуй, по уму, блядь. И все заебись. Короче, этот Вархаммер, давай на меня бдилку на Войда. А Чипс, давай на Вархаммера бдилку. Сейчас мы с вами мобов заберем. Главное, чтобы меня бил моб и Вархаммера бил. И у этого третьего вара будет откудешиваться. Стаун. Во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так, короче, сейчас я скажу, чей моб будет. Рога мой будет. Рога мой будет. Тирий будет Вархаммера, а Шокул будет третьего вара, Чипса. Запомнил. Шапаладин. А это уже сами нахуй контрольте там, друида одного наберите, корни нахуй и вихрь чередует пусть. Так, играем в мага. Нет, хант, то в ханта, то в лока. Кого ты говорил законтролить надо? Бельнор светоносный, это ретрик, четвертый милик. Ну, Аркрайт посидишь там на нем на ретрике, покидаешь ему корни и... Ветерки. Да тебе с кота выходить с мелизоны там непонятно где, ему проще издалека видно более ситуацию на поле боя. Вот. По притяжкам, ну также притягиваем все по контролям. Локал ты знаешь. Еще раз так. Коба покидай в жреца. Ну, эту овечку. В гриб покидай. Что там осталось? Шамана покидай. Валера, покидай жабку. Миликов столько пиздец.
Раз, два, три, четыре. А, ну да. Валер, покидай жабку в чернокнижника и кастом позбивай. Понял. И все. Если к нам мирики прибегают, мы их так поперяем, попинаем под говно. Всем остальным есть контроль. А, ну и покидай Анза и в шамана жабку, пока мы его не бьем. Я думаю, хватит времени. Ой, в шамана, блядь. В ханта покидай Анза. Что сказал хуйню? Давай дадим им время на грид тогда немножечко. И тогда грипнешь уже ДК. Все, даю время на отчет поехать. 5, 4, 3, 2, 1. Ну вот он подбегает, притягивает нам в толпу. Все, поехали в череп. Контроль свои скидывай. Если не подходит ваш моб, не скидывайте. Не надо бежать туда и давать контроль. Вы зря гробка заберете. Warfamer что-то разваливает сильно. Диспелли. Хорошо. Не давайте массу урон. Как от КДшится ДК, бегай, притягивай. Warfamer, тебя играют. Бегай. Ну вот так вот, и втроем тут стоим. Масферы подойдите, представляете в кучу прям туда. Чипсы подхильте. Крик на хп нажимай. Масферы еще есть у кого-то? Не могу подиспалить. Ну, тогда... Сегодня дай БР аптечку. Помогает на диспале. Валера, в тебя играют. Скинь коба своему контролю. Ой, долго. Так долго забиваем, ты ебаный череп, пиздец. Знаешь, что плохо контакт на новой эти силы контролятся. Добиваете потом в крест. Креста ДК тянешь. Это хил какой-то, стойте, вара, держите, бля, нормально. Аркрайт, дай БР. Печки. Стараюсь у коба подальше держаться от мобов, раз тебя так сильно играют. Возвращай ДКшника, давай. Ферры скидывайте, не забывайте. ДКшника там в рейде, помогите по контролю. Этот, Вархаммер, ты иди за ДКшником, не тусуйся тут. Диспельте эту хуйню. Я сейчас сам в фире, поэтому не могу никакого диспельта. В итоге мы весь фир пробегали. Давайте в крест играем, усердный. ДКС откатилась в стену, его тяни. Массовыми не бьем. Массферы присты не забывайте скидать. Потом играем в ром. Гриб, беги, беги, беги нахуй. Ну заебись ты здесь потом. Где ром? Я вам не вижу его даже. Вон он, ром. Сбейте ромбу каст. Сбил, 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 я только свечу. Там одни хилы практически остались, урона не так уж много, поэтому хотите хилам контроль давайте. Я сижу на диспале дамаж. Каст, ну сбейте, блять, у вас толпа миликов там. Каст, каст, каст. Соби, соби, соби.
добиваем, то вон та притянешь его подальше. ДКшник. Череп, поехали, оттяни его. Ага, супер. Немножко массовым видите, у вас ротация есть. Фир, я дал, подбежал, вдвоем сразу. Да хер на него, пусть в очке там бегает. Не могу диспельнуть мана съем, сейчас восстановлю. Давайте играйте в этого самого. И так я так же. Пока. Выводи, выбегай, вытягивай к стеночке. А, его приковали, заебись. Это порвать. Ну сбивайте косты, ну. У вас очень много, там каждый каст должен сбиваться в основном теле. Втягивайте сюда его. Нечем оттягивать. Там вара, тут, вара, подержите тут. Ебать, как он бежит туда. Он заебал. У меня собака также на поводке тянет. Аргумент. Ты чё там щит снял, что ли, блядь? Заебал он тебя там. Да, я развалюсь. Думает вар. Чё мы тут разъебём, блядь, пока вы там едете? Не говори. Ну, в принципе, все шансы есть. Ну, зачем вы кидаете ветерки в основном? Они дают неуязвимость этой цели. Может, челики, не знаю. Опять друидов все-таки запаять. Да, я знаю. Тащите сюда одного ДК. Одного, одного. Никто туда не бежит. Не надо, не надо. Нахуй. Ждем, стоим. Все остались здесь. Одного вывели. Вот, рогу вы. Брать на фоне. Ебать. Это рефлекс, нахуй. Летели крати. Футбол поиграли. Рога сам охуел. Я как-то на остров пришел, блядь. Там 3 ДК со мной так играли в футбол, блядь. Просто, блядь, 3 притяжки, нахуй. Ты вары, у тебя рефлекс. И они все такие к тебе. Мишку моего, блядь, притягивали, сука. Кончился грибник. Да, это и как там, насилие над животными. Вархаммер, тащи сюда моего сына. Вообще пиздец. Да, дебил переагривай. Ну, постарайся. Не дебил, а просто пытается удержать. Что-то сразу. Только услышал сразу. Отводите, отводите его еще, чтобы ему было легче стоять там. Да ладно, заебись, не... трепет нахуй, ебать. Куда нахуй? Туда нахуй. Да ладно, уже туда можете зайти, тут тремога осталось. Сейчас пизда нахуй поотваливается по полу рейда. Зашли нахуй как себе домой. О, в рефлек погнали. Чем ебать? Сейчас выйдем. Сюда нахуй. Смотрю. Кому-то заебато стоится. У этого Пельнора поехали. Не расслаблялся. Бля, мне не дают просто кристаллы.
у этого путь возвышения ебаный прожащий. Фрагменты души не даются этих чел. Вообще ни с чего не дают. Ебаное говно, блять. У меня два осколка, я походу ластхитнул двоих. Ну, сломали их, сломали. Жека, давай мы диспол сейчас. Не лень. А надо ебать. Заебал. Все видал? Видел? Да. Только же мне все диспалить. Батя, у меня 72 диспола за бой, ебануться. В этот раз ДК на косты сел на втором месте. Даже не шаман, хил. Что, слабо незыблемость диспелить? У меня мало нет. Давай ему просто оковы ебану по кайте. Все, когда уже босс убивается, да, все такие сразу на расслабоне. Да хуй знает. Ну вот. Пиздец, урона мало. Ага. О, блять. Куда сосать? Рольте сферу. Блять, все повставали. С королем бичом. Не, Монки, не так это работает. Трофей пароль. Там у всех настоя заканчивается по 2-3 минуты, так что если что, у них был. Монки, 40 секунд. Я другое проверяю. Топор двуручный роль. Серьезно, тебе нужен топор? Вар, тебе нужен этот топор? Да, на фурика. Вар, тебе еще нужен этот топор? Да, да, на фурика. На фури? Пароль ищи, центой. Спросите еще кто-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну да, спасибо, конечно. Да, больше, чем 96, блядь. Ну, суммарно сотка у нас с ним. Суммарно сотка, блядь? Да. А он пытался. С посохом уже ходить. Помог бы, да, с посохом. Сейчас Валера кинет. Ну чё, не оффхенд с духом пизжа. Хотите, вызывайте. Чувак. Можно, может, мне сейчас хила? Да, было бы заебись. Ты хочешь. Ну, я много урона не несу. Босс уроном не убивается. Ну, ты даешь баф, ты единственный лем. Блядь, ну ладно. А нас с лемов так и берут, только, блядь, как брелки. Ну, Монки половишь сферы, то ты сферами дамажишь еще больше, чем без. Кто там агро рвет? Локал, да? Да. А можешь на этого кинуть, на Вара, в принципе. Локал-то скинет. Чипик, кидай на Вара, черную бери, танчишь. Как она называется? Фьола, блядь. Привет. Да, противоположный, то есть по цвету. Бери черную Вар. Вар танк. И бдилку на Вархаммера. Да, перепейте фласки. А я еще кого на АП фласка куплю. Монки, это твой шанс. Рыбу поешь. Ты еще, кстати, чипик можешь вмешательство заюзать. Если увидишь, кто тебя будет догонять по твоей вальке, вмешательство в него тыкай. По КД. Это надо рейндж иметь. Похуй, там рейндж 8 метров надо. Один прыжок назад и все. Паладина вам пикать можно? Все, все фласки бахнут. Нет, продайте флажку кто-нибудь на АП.
Блять, Валер, ну попродавай, что ты жопишь? Бля, у меня нету их. Ну, я же банк, на шамане. У меня этот мобильный банк, когда просто. Че, мы научим этих протоваров играть, бля? Есть мобильный банк? Да, вот. Я взял. Кому? Подойди, там возле банка. Интернет. Готовьтесь к рейдам, чего вы пикаете, потом вас ждем долго. У нас ПДшную продаем. Также вот возле банка стою. Трейд кидаете. Кидаете голду. Желательно пить. Вот штуку и все, и недолго. Все, вставайте в метку, кто там готов. Вархаммер, ну. Так а ты что, топор на офспек рулил? На фурика. Вархаммер, он тебе точно нужен? Вархаммер, если хочешь, я сферу рыцаря, блядь, поменяю. Нихуя. Вот это ценники. Это жестко вообще. Дай мне рыцаря в натуре три сферки. Докрафтить вот так. Ты ему голду отдай. Дайте котам кулак от руля. Ханту, пожалуйста, кулак тоже. Ну хрен с тобой, поверю. Кто его? Владюха, садистик, драконий вкус, облачко. Посмотри, Валера, перепили. Облачко, по-моему, не взяла белую, если не ошибаюсь. На данный момент Владюха, облачко, нет настоев. Как нет настоев? Я же выпил настой. Теперь есть облачко. Ну, облачко хочет, не хочет. Ну, наверное, это то, что все не травят. Вставайте в белую метку и поехали. Да, мэм, сэр, капитан. Обновите каски, кулаки, он просит жалеть, сколько стояли. Выйдите, кому обновить, я вам скину. Все, еще раз проверяю. Кого не хватает, что-то не тыкайте, ждите. Всех все хватает. Все, давай, даю отпу. Машу черную, по сменам буду говорить. Ретрики, кулаки обновите. Валера, если что, косты твои сделать. Ждем, никто не дамажит, никто не бьет. Дайте поставить, набрать немножко агро. Ждем. Поехали. Прохиливайте. Держи телок вар в той же метке, что и черную. Тебе нужно держать, чтобы ДПС был... Точно, ну как бы кливался хорошо. Энима, скинь Warcry ТБР, пожалуйста. Все, поехали. Поменяли цвет, дамажим, белую. Поставил череп на него. Вера, собьешь. Ну, если пробьем. Мы поумирали, падайте. Че за проблема с хилом? Умирайте. Сразу две сферы влетело, и все. Да, две прохиливаются, три влетают, тогда умираю. Падайте. Просто людей мало. Следующий щит не сломаем. А что, ты не в хиле был? Я нет. Попросили остаться в элеме 5%. А, ну, это да, единственный элем. Похуй на эти проценты, лучше хиль. Да я похилю, все. ДЦПшка? Можешь одновременно рейлить это? Это не проблема. Стой, не знаю, хиля на шамане тут был. Заранее всегда стоишь и кастуешь, что ебаный цепнул. Даже если все фуловые, в конце ее отменяешь, опять кастуешь, в конце отменяешь, опять кастуешь. Ты настолько готов к этим пробоям рейда, что это пиздец. Учитывая, что тут постоянно массовый урон, можно даже не отменять маны, резиновая практическая. Играют в основном. Вы ждете, когда люди получат урон. По-другому на хилах играют. На них нужно всегда кастовать что-то. Всегда. Тем более у вас много способностей, которые восстанавливают ману быстрее, когда вы кастуете. Ну, хорошо. Убиваю, я поинт доберу. Спать уже надо идти.
сколько там хила. Я тоже хочу спать, но ничего с ним. Полипал, ебать, да, нажал, там 13 косарей на хил. Да, я видел. Там все должны были столько нажать при таком уровне. 8500 аршан, как бы, мне кажется, там 3 сферы влетело. Ну, я говорю, там все должны были не меньше 10 тысяч нажимать при таком уроне входящем. Сейчас поставлю, доберу человека. Сейчас чуть поищу, не найдется, наверное, 24 пойдем. Фури Китая еще хуйни? Это мне перезайду пока на другого перса. Я здесь буду. По команде сразу зайду. Хорошо. Шаман, пердулин. Я сейчас 4 минуты поищу, не найду, так понял. Я просто камешки пойду сделаю, пока почта тут стоит. Я тоже пойду пока на рогу почту проверю. Почту спиздили. Смотри быстрее, потому что мне написали люди. Ну что там, Катя, как успехи? Так а почему инфура, нахуя ты в варом сидишь? Ну, если у него нет второго топора, смысл выйти фуриком, которому даст меньше. Это логично. Ну да.
Ну, тут выбор небольшой. Значит, это офспек считается, правильно? Нет, Вара-то не так работает. Вара выбора нет, он тогда второй топор никогда не получит. Потому что там совсем разные одноручки и двуручки. А тут он выбил одну двуручку, ну что ему делать? Ходить с зеленкой и с нормальной двуручкой двумя? Ну это же глупо. Почему зеленка в рыбака падает? Я тебе и говорю, ходить с одной двуручкой зеленой, а с другой хорошая, это глупо. Лучше ходить в армсе и выбить вторую нормальную двуручку. Короче, Жень, суть такая, у него он 220-й, есть сокеты, но нет чарок вообще ни одной. Ну, заходи быстрее, чё пятым хилом похилишь. Убить все чарки, но не факт. Давай, заходи быстрее. Ну, я, в принципе, на его аккаунте. Ну, напиши мне, что всё, давай. Догадаться. Всё, давай, мне некогда. А? О, здравствуйте. Здравствуйте, сюда мне некогда. Заходите, кто там выходил. Все, зашел, вижу. Не вставайте. Нет, рыбу сейчас поставлю. Рыбу поставил, кушайте. Он порвало. Да это я зашла. И вышла. Нет, я зашла с аккаунта подавана. У психуарта выкрал. Выселила его. Угу, он спит просто. Он еще не знает, что у него КД будет? Нет, он в принципе не хотел этим шамалом никуда идти, тут даже чарок нет. Все, на ФК проверяю, на баф смотрите. Чем меня пробафают? Стоит рыба, покушайте рыбу на комнату. Бахни настой хотя бы. Отъебитесь. Хоть себе. Это тут есть. Да, у тебя перекап меткости, ты такой, бля, еще ебану нахуй. Бля, я уже разъебывать хочу, уже заебался. Я спать уже хочу. Еще раз. Вот это правда вообще спать, да. Локал, все, вставайте в метку и поехали. Все взяли белую сферу, ну кроме тех, кому надо с черной бегать. Все, даю отчет, погнали. Ой, блядь, где он, блядь, сука? Нахилил меня. А я ж тоже в хила спятнулся, да похуй. Мотки переобул. Переобул. 2-1. Пать, ну 6 хилов, я такое говно давно не видел. Обо мне. Че, посол прохилил меня. Че, на щит не хватит урона, блядь, давай я боюсь. Смотри, свой ФП запредельный. Под ДЦшкой не получится. Ебать, ты щелкаешь, что ли? Ну, заебись, блядь, я играю. Я занят, ебашу. Белок, вон. Спецспособность, подготовимся. Все нормально, все. Поменяли цвет, дамажим белым. Череп на небо поставил, все дамажим белым. Рарсы бьешь? Да. Ну, перебегайте, я нажму дим, бегите, переходите к нормальному. Отлично. Да, блядь, геймплей, блядь, короля. У вас 4 кхпс, я.
Поменяли цвет, дамажим черный. Стал нет. Поднажали, поднажали. Наверное, собьешь. Да, уже. Перебегаем. Прист нажмешь, оставшийся гимка, побежим. Побежали. Нажми гимн, прист, драконий вкус. Гимн на хим, допоешь и к нам прибегаем. Бать, все сферы по пути. Нет, поплотнее немножко. Шесмана у меня сюда. Ничего не меняем, дамажим дальше. Анта сейчас прохильте. Эх, танки заблоднял, не похуй. Ой, до 30. Геру даю? Давай. Че, до 30 хпс дотянуть. Уже спецспособность пытаемся. Поменяли на темную. На темную все поменяли. Не поменял, тут сдох. Можем в белую. Перебегаем. Локал. Сагро сорвал, что ли? Перебегаем. Сегодня Берни, пожалуйста. Давай, иди к нам. Возьми сферу только темную, не забудь. Ну ты, наверное, забрал. А теперь бери светлую. Светлую. Светлую поменяли. Приз кой на ману гимн. Вар, садистик, белую. Намажем, чувак. Никуда не перебегаем. Спасибо, Крис. О, 33 тысячи почти. Почти три. Почти выбор. Сука. Рольте сферу. Да сука, рол. Ну это забагалось, на самом деле я сотку кинул. Все так говорят. Шею танки порольте. Танки, шею порольте. Надо в арте. Да забирайте, хуйня полная. А в спек порольте. Это не шея, это хуйня. Ну, когда у тебя ничего нет. Ну да. Грудак тканевый с меткостью порольте. Где байт роллы? Ух ты ж ебана. Запустил. Хорошо. Трофей порольте. Что за хуйня, роллов нету. Наручки тканые с меткостью порвать. Доброе утро. Я Иршама вернула на Иршама. Ну, нормально. Ты не хотел. Да, наш спек мотся, кстати. А кто танк? Хуй знает. Войт танк и еще кто-то. Войт на ДК. О. Монки танк. Монки, да-да-да, сам это. Ебать, танчелому.
Машина пизделей получения. Вар второй танк. Кто там, Чепитох? Бля, ну два вара. А, Чепитох? Все, понял. Ты только проснулся, вдупляйся давай. Что, вы кошку выкинули, я надеюсь? Нет. Она все это время спала возле моего ноутбука, пока я не ушла за ноутбук под Ивана. Понимаешь, что если она от тебя отойдет, ее тут же нахер кнопку. Да-да-да. О, я снова к ноутбуку, она тут же тут. Смотрит, как вы играете. Давайте соберем с корабля души. А хули меня в гнома превратили? Как это убрать, блядь? Костюм, блядь. Нахуй вы мне этот костюм, сука, даете, блядь. Пока стояли, ты мог слетать и накопить души. Сейчас ты вряд ли 10 наберешь. Возьми проститутку, это ладно. Ну что, пиздец. Да чё, давайте ёбнем. Я думаю, чё у меня с портретом, бля, ебало какое-то неправильное, бля. Это просто с бодуната. Это просто Падаван проснулся. Так, Падаван, поставь тотем защиты от сил природы. Вот, по контролю я сам буду давать контроль номер. Вот. Будем. А чё, у нас же два танка, блядь. О, это у тебя ДД. А, блядь, не вар твой, не вижу. Есть какой-нибудь ДД там? Вар танк. Все понял. Смотри, будет выходить два моба, вар танк. Хватаешь? Давай, условно, сейчас поставлю. А, не поставлю. Короче, дальнего и все. Да, хватаешь и держишь рядом с боссом. Вот так вот рядышком стоишь. Допустим, босс вот здесь будет стоять, ты вот здесь стоишь рядышком, танкуешь. Второго моба держит основной танк. Но и танк, когда будем добивать, оп, и вытянет вот этого моба, который на тебе. Все нормально. Либо подведешь его, то есть увидишь, что добивает моба, подводишь от этого второго. А, там, в принципе, на тебе же моб будет сидеть, так что можешь сразу подвести. Поймал моба, подвел. Они будут бить больнее, поэтому блок прожимая, они будут нормально долбить, больно. Вот, подвел моба, мы его заклевали, убили. Вторая пачка вышла, также сделали. Вторые мобы, когда выйдут, и ты их вар сведешь, забери босса и утягивай его в начало. А мы убьем мобов в творе. Хотя, блядь, в пизду не утягивай, у нас ДПСа мало. Да, надо по боссу больше, блядь. Да, босса на месте оставим, ничего не утягивай. Все, стоим, просто убиваем все, что видим. Вот. Ну, монки позбиваешь сферы, как обычно. Скоробеев много не стакайте, иначе убьют они вас. На ласт-фазе, если что, я даю контроль. Вот если на босса смотрим, стоим, я с левой стороны даю контроль, драконий разум с правой стороны. Выходит вторая пачка, если вдруг, то сон на его контролит слева от босса, критянка справа. Там разберемся, больше двух не выйдет. Все, поехали, тратить. Ну, не буду я ради вас рубу ставить. Извините. Какой баф, говори. Снимите с себя крестовский баф на... Сука, куда? Засунь все эти палочки в жопу, блядь. Так, куда кинуть, говорите. Я не вижу нахуй. Все, тебе все бафы скинули, вар. А у меня залагала игра. Подожди. О, отвисло. Сильно, сильно. Давай еще раз проверяю. Поехали. Бьем его с первого раза спокойно. Все, подходи. ДК. Я даю на пул. Ой, время. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас в одного моба тут можно померить, что он даст. Вышли мобы. Вар хватает дальнего. Сыграли моба, который под боссом. Вот этого приоритетно забиваем. Он мог фире бегает, блядь. Он не фиряет. Ну, я бы просил кого-то фирять. Объясните мне, притяните ДКшники его, пожалуйста.
Не ширяйте этих мобов, не нужно это делать. Мы потеряли сейчас ДПС, пока он бегал. Вышли мобы еще. Нового архватая, да. И нужно контролить, блять. Ну кому я объясняю? Вар хватает, тащи под босса, который за контролем стоит. Я же сказал, контроль только на ласт фазе. Да. Босса 0 ДПС, что-то вообще, блядь. Вливаем моба. Монки, сбей его воды. Вбиваем моба и к воде. Если палы на себя тут покидаете, салю. Трава, беги. А, эти не сали, блядь. Букля. Ёжик на тебе. Сон на его. Он сейчас тебя побежит. Нахуй. Че вы дохнете, я хуею. Петух. Беги. Энима, скинь пока БР. Киртянки. Охуеть вообще. Аркрайт, скинь БР ёжику. Бейте мобов. Аркрайт, найди его. Он за мной. А, поменяла пердулин на тебя. Что-то сферы как-то по-уебански нападали в одно место. Это прям очень плохо. Это, я так понимаю, совы нажали звездопад и все расхуярило. Но тебе сейчас вырезет мне. Попробуй не разбивать. Ну, все вырез, ага. Сведите скоробей в кучу. Совы, не нажимайте звездопад. Вы ломаете сферы лишние. Нам просто не хватит потом. Залейте массой скоробей. Сведите в кучу, вот на ком сидят скоробей. Хиллы, пэт ваш это или кто, неважно. Вышли мобы. Заливайте кучу эту все. Быстрее. Поймайте эти скоробей, следите на ком сидят. Попать или сыграйте. Ставим метку приоритетную. Скоробей этот ебучий еще живой. Вы как будто первый раз на совах играете. Знаете, что здесь ни при каких условиях нельзя это тыкать, не тыкаете. Еще старые могут выживать. Мажьте сильнее образ. Вышли моба. Сыграли в моба. Второго танка еще. Ладно, ага. Агрился череп. Чем? Ну, добиваем его уже. Моба, моба убиваем быстрее. Монки сбей вначале, есть там все. Сейчас цель поменяем. А еще здесь несколько. Блядь, еще... зачем вы сбиваете эти ебаные сферы? Вы мне можете объяснить? Сегодня дай БР, Владюхе. А, сейчас ты убежишь, потом вернешься, дашь БР. Тап нажал, ебанул по ней. Пердулин, на тебе сегодня вернись, лезь. Дри, не умри. Осторожно. Стою. Да, я вижу, что стоишь. Устал. Скороходка на тебя. Че, сфера? Ну, он летает еще одна. Сейчас вылезет босс, катите его. Все вылез. Скоробеев следите, убейте их массу. Сыграйте милики в скоробеев точно. Следите, следите под боссом. На ком сидят? Ну, вы можете под жопу подвести? В чем проблема, я не понимаю. Бейте, не копайте. Сферами вообще беда. Сейчас нужно будет давать боб. Я сейчас скажу, кто будет давать. Сначала киртянка дает, потом хитровая дает, потом сонная его. Если у кого-то нет бопа, сразу сейчас напишите. Бьем копать. Пиздец, у босса высоко. Ну, в следующий раз перейдем, Геру нажмем, переведем. Все нормально будет.
Мы еще до 50 подамажим. Моба играем. Вар, лови второго. Отлично. Добивайте моба быстрее. Хоть и купал. БР еще у кого-то есть, скиньте, я не помню, у кого я не говорил. По-моему, как раз таки у тебя он убил, ладно, забыли. Убили моба, убежали. Сейчас цель поменяю, и сон наяву сам себе дашь. Не давай ему, припал. Сон наяву сам себе кинет. Как вы умираете, я хуй знаю. Бейте скраби эффективно. Сейчас холи пал дашь, китянка. Присту, приз сначала, а, подожди, сон наяву опять дашь ему? Ну, бежит. Не, ему нельзя же, он уже себя дал. А ну забегай тогда. Есть еще вон сфера у воды появилась, бей ему. Я лопнул. Готовь-ка. Кто в кого там бежит? Вон Зая, да? Фолипал. Ну зачем так стоишь, что сломаем? Ну тебе же боб готовили сдать. Ну зачем ты встал за сферу? Убегайте в конец, сейчас вылезет босс. Все, вылез. Босса тащи сюда. Никто не бьет моба, сейчас их расконтролит на, как я говорил, справа от босса. Приз, ты контролишь, я слева. Сейчас вылезут. Убейте скоробея, сидите в кучу. Блять. Полипал. Череп, поферяешься, выйдет с контроля. Геру даю. Сон на его. А, ну тебя да. Давай, Геру. Поехали в босса. Тупо в босса бьем. Никто массовыми не старается не бить. Там на варе, если что, моб. Приз не контролит. А, хорошо. Тогда приз скинешь свой контроль. Сейчас выйдет еще одна пачка. Да, поферяем. Поферяй, полипал. Я тогда законтролю следующую, которая выйдет слева. Стараюсь. Этого тоже феряйте с варова, раздохнет сейчас. Ну, переагри у него, потерпи. У него стаки слетят. Травай, поферяй так, который без метки. Он маленького, сейчас мага сожрет. О, вар, забирай обратно моба. Сейчас выйдет. Вышли моба новые. Блять, не успеваю, нихуя. Все, вышел он с контроля. Бля, там еще 6% надо где-то. Бейте, должны успеть. Один скоробей все еще живой. Ничего страшного, не надо бейте. Давайте, бля, еще. Ну сейчас закопается пизда нам. Все, пиздец. Умирайте. Ну, за Геру не успел убить. Как вы дохнете постоянно, не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять человек умерло. Пиздец, вы угораете, что ли? Один шипах умер, второй переагрит. Я понимаю, что. Не все так просто, что нужно, блядь. Вот у вас, например, даже у кого есть доты, вы на обоих раскидываете, вы никогда агро не сорвете. Какой моб за тобой ебашил? Я не понимаю. Сейчас, в смысле, сейчас это ок. А я до этой фазы говорю, как вы умираете. У нас столько БРов, мы только благодаря этому еще тянем. Может быть, в рейде один БР, где вы затупили, все, вы кончились. Там вот ДПС залупа какая-то по 4К, нахуй. Это хуйня, а не ДПС. Видишь, хламобот у кого починится? Сейчас Геру с пула дадим. Под прожимки. Если бы не сдыхали, но вы бы заебись были. С скоробеем сказали под босса подойти. Нахуй вы стоите 20 метров от босса, блять. У вас чё, блять? Ну, вы если фул босса будете бить, мы мобов не убьем. Хватает ДПС, если люди не тупят. Дживис, хламобот у кого-нибудь есть? Давайте вон первую пачку сливайте, а вторую на шаклах, блять. И на заливание уже зальем. Спасибо. Очень много сфер попадало вначале в одну точку. Совы не тыкайте из-за топа. Он жив стоит, починитесь. Мы сейчас 20 минут травим, не убиваем, расходимся. Я не хочу здесь сидеть столько времени.
Так, все, все готовы. Блять. Сори, не поел. Рога, приятно мазал на антихил. А тут ханты живут. У нас ханты, зачем он рога? Вдруг он умрет. Знаешь, от роги там ДПС не изменится люто. Не, люто это поменяется. Ну ебать, как люто. Сколько 500 ДПС пропадет? Побольше, наверное. Охуеть. Ну, уроги быстро действующие, я-то вообще на первом месте при каунте. Все, вставайте на позиции. Даю время, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вышли в мом. Собрали в мом. Второй мом пришли. Ну, собирайте мобы сильнее. Убейте черт. Отлично. Был я проверу, но ладно, пусть не уже. На КД у меня была. У тебя на КД что, пиздец, тишина? Нет. Моба вышли. Поехали. Ставим метку, приоритетного моба. Зачем вот эти сферы, блядь, бьются? Я не понимаю, кто этим занимается. Ну хуя вы их разбиваете здесь? В чем проблема, блять, их не бить? Кто-то хуярит на тапоте ебаной сферы. Убивайте, мама. Анима на тебя. Он уже бежит. Я вижу, что бежит. Вар. Поменяет, наверное, да, камп на тебе. Поп будет или зайти? Заходи. Пусть не себя попа дает. Если что, я скажу, если будет не хватать. Вердулин. Начало двигаемся. Сейчас там собьет сферу. Две монки вначале. Владюха, дашь на себя боб? Да. Ну, все поменяло. Ну, блять, проебали боб. А я-то так рано дал-то. Чем рано-то? Ты шаришь, что я что-то сидите с корабля. Сидите с корабля. Бейте их массы. На том с корабля, сидите в кучу, вышли мобы. С корабля встаньте сначала массы. Все, бейте мобы. Вот я удал. Я и шаг. Я перепутал кнопки. Ничего страшного, дал. Вот ебаный ты скоробейс, сука. Еще одна сфера, нахуй упала здесь. Вы через тап хуярит. Говорю, вы не хотите проходить? Я тоже не буду ебаться. Я просто ро сделаем и все. Мне как бы все равно кто виноват. Я все равно не вычислю этого человека, скорее всего. Хуярьте дальше. Вышли мод. Что за руинеры, долбоёбы? Играйте, копайте. Моба, держи. Диму даю на маму. Бейте моб второго. Спрячется босс. Убивайте моба. Есть там воды что, да, воды что-то есть. Локал как-то сдох. Дать тебе бог или так?
Есть Андрю, дай бы Локла. Травай, давай. Травай, ты же мог себе дать Боб. Ты же паладин. Пока хожу один. Беги, кто там вар, надо бегать. В ВД может кто-нибудь крипнуть подальше? Ты видишь, цель кельтанка кинешь, скажу тебе. Ну, отлично. А, Вунди, дашь Боб Вунди? Не забегай, не забегай, ну сказал же Боб дадут. Вот, выбегай, дашь хули пал? Ой. Ой, блядь. А? Вы чё, дрочите или чё, блядь? Сейчас вылезет босс. Пала, резайте, блядь. Сегодня песня полипала. Сидите с корабля. Сейчас сфера уровня. Да, это уже третий раз копался? Не-не, лучше заводи. Второй раз накопался. Заводи, с корабля убивайте. Ну, ночи там, блядь, тотем или шо, блядь. Добейте корабля, потом вкопайте. Добейте с корабля. Сыграйте в них. Бейте, копать. Женя, у меня маны нету. Дай приз, гим. По темпу спать. Да он, наверное, ставил, я надеюсь уже. Бьем. Это что, я цепь не дал? Банк умер. Притяните? Бля, все, в пизду. Встал я эту хуйню, блядь, что-то играть. Дай бэр аркрай танку. Анимадай. БР вару. Он танкует босса, не может. Анима уже танка подняли, да, и вархан. Да. С мобов соберите. А у тебя КД я вижу. Вот я подтянул одного из мобов. Забери его с меня. Сегодня дай БР. Вару. Ну это пиздец. Абсолютно точно. Дайте станы мобам, да. Не дайте ему закопаться, дайте станы. Ворот поляжи, Савик. Ну все, поляжи, ну уже поляк. У нас одна сфера? Нет. Умираете, что? Я не вижу смысла ебаться. Сейчас мы делаем и все. Я устал от этой хуйни. У нас, блядь, миллиард сфер нахуй валяется, что у нас бобы, блядь, не влетают, сами на себя не можем дать боб даже. Ну там чисто вот этот ДК ёжик и маг грипп, они, видимо, неадекватные, я не знаю. У ДК 61к по сферам нанесено. Это, ну, каким человеком нужно быть недалеким, я не знаю, или что. А какой маг? Ну, который грипп. Он, походу, одну сферу сбил. Он сбил ее, когда мы убегали на другую сторону, я видел. Ну, да, там, кстати говоря, тупо дота мор дает, видимо, достает. Не давай мор, в чем проблема. Обнови, два раза тыкни вместо одного, ничего страшного. Не в арте, проблема нет. Да просто давай два скилла вместо одного. И ДПС залупа еще полная, нахуй. Это не ДПС, а хуйня. Где ваши 6к, блядь? У вас некоторые, наверное, просто не доигрывают. Там не играет Вада, поебать, что тупо босса. А я кто проснулся? Тут вот именно, что люди такие, блядь, буду бить моб. Очень плохо это дело. Посмотрите просто по этому. По ДПС мету, кто бьет, кто не бьет моба, да и все. В чем проблема? Ну, конечно, с хабом. Фласка, ешьте, траем, и все, и съебываем. А вот если был бы Сашка на паладине, мы бы убили. Маловероятно. У меня паладин слабый. Если бы Сашка на ДК был, тогда точно убил. Объясни, чуваку, как... У тебя локал сильно ДПС не изменился от того, что только босс убил, на самом деле, сам видишь. Даже, мне кажется, уменьшит, что у тебя десятка была, то, что ты все обдотовал. Ну, у босса гораздо больше урона зашло в этом... Да, ну, в общем, он меньше нанес. Этот, Владюха, ты тут, в Диси? Да.
А чё ты печать повиновения не врубаешь? Я ещё потому что не успел пробафаться, я рыбу ем. Да, ты второе, может, ты нам... второе РТ подряд её не жмёшь, я тебе писал до этого. Вот печать смотри, позже. Печать повиновения, жуки под босса заводятся для этого, ты включаешь её и бьёшь. Ты с этой печатью, блядь, в одну цель только играешь. И ты их переключаешь. Жуков нету, бьёшь порчи. Жуки появились. ДПС это хуй когда дашь. 4К это не ДПС, блядь. Ладно. Давай последний трай. Посмотри на четвёртом месте паладин, блядь, его дамаг. Ну, вливай. Все готовы остальные. Покушайте, для кого рыбу ставлю? Кулаки. Я не говорю там про бопы за полсекунды до случившегося. Я говорю, у вас еще секунд 5 в запасе. Это много, чтобы среагировать. На человека, на которого бежит, ставится череп. Обычно у хилов забиндено все это. Ваш, что не так? Что не хватает? Всегда ты первый. Но если на... Пала бежит, упал сам на себя кидает любой. Первый всегда киртянка. Каску дайте вару. Да, я дал уже. Все, подходите к боссу, я счет кидаю. Дайте кулак ханту. Скажешь, как дадут. Я сначала подумал, это на жорик время. Да, давай. Дайте кулак ханту, пожалуйста. Я не хочу ничего спрашивать, я устал. Похуй пуль, блядь. Чё, сложно кулак дать, то кулаки дают. Всё, 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 скинули, скинули. 5, 4, 3, 2, 1. То есть, когда два жука даже под боссом, надо жать другую печать, да? Повиновение, когда два жука под боссом, когда босс один порча, все. Чувака лопнули сразу. Сзади сфера упала, сзади босса, за жопу. Вышли, надо. Не заряжаем. Можешь мобу выше. Доехали мы. Добиваем. Вот босс закопался, два еще. Ну они все по оба половинчатые были. Драконий вкус. Ну рано ты точку дайте, дашь ему бок холипал. Беги к луже, на воду. Ты успеешь добежать. Пиздец. Холипал, ну в чем проблема? 3 секунды он в тучке бегал. И сам умер, на себя не дал. Это залупа какая-то, нахуй. Тут, ну, бичи какие-то собрались, блядь. Хера он шустрый. Ну, где тут проблема не в тебе была та же. Но ты видишь, что у воды единственная лужа. Все, у тебя нету возможности только к ней бежать. Тебе дают бок. Не дают бок, иначе человек тоже не дает. Вот, ребята, блядь, вот вам совет, блядь. Если вы создали твинка, альта, блядь, вы поинтересуйтесь, как этим ебучим классом играть, нахуй. Вы приходите и нихуя не делаете как надо, блядь. Мало того, что в говёном шмоте, вы еще нихуя за свой класс не понимаете, блядь. Я тоже хотел сказать, если вы, блядь, не знаете, не умеете, посмотрите гайды, 10 гайдов, 20 гайдов посмотрите. Посмотрите даже старые позор, гайды. Позор, нахуй, ёбаный рот. ЛКОФа была, как играть за свой класс. Потом вам будет 100 лет, нахуй, будете на ютубе смотреть, блядь, это видео и позориться, блядь. Как дамажить в одну цель, соло цель, ротация, блядь. Ой, ты все записываешь? Конечно, блядь.
Всем спасибо. Отлично. Можно, пожалуйста, отдельную нарезку, как я это, на чемпах в рекаунте или что у тебя там? Количество забитых котов, дисплеев. Не, не, пожалуйста. Маги, там например, было... я вижу, что много магов играть не умеет нормально. На Сирусе есть хороший гайд для магов. Вот прям вот супер крутой, все. Вот Коба его почитал, нормально дамажит. Короче, да? Ладно, всем пока, до завтра. Ладно, давайте.